Всем привет, друзья, вы на канале CryptoCommons. Сегодня поговорим про цену биткоина и альткоинов. Я вам напоминаю, что у нас открылась зеленая месячная свеча Хайка Наши. Соответственно, месяц июнь. А, вот только что она стала красная. Да, окей. Только что была зеленая, сейчас стала красная. Чего не скажешь об обычных свечах, потому что у нас предыдущая майская свечка закрылась красным. Но выглядит все в рамках здоровой коррекции, о чем мы говорили в прошлом видосе. Если вы не видели, посмотрите обязательно, сейчас он появится сверху. Вот мы просто возвращаемся на ретест предыдущего сопротивления в качестве поддержки. Дневные свечи. Смотрим. У нас с вами открылась дневная зеленая свеча отскакиваем прямо от трендовой, похоже, что по хайке наши свечкам она еще красная, естественно, поскольку они так работают. Вот, тем не менее, на сайфере сейчас загорается дневная красная точка а, на зеленом магди. В общем, смешанные. Смешанные на самом деле показатели индикаторов, и мы все еще можем опуститься на вот это вот дно, помните, да, или даже на вот это предыдущее сопротивление. Здесь у нас как раз проходит зона, если смотреть по последнему импульсу, по Fibonacci, у нас тут с вами будет очень хорошая зона. Это 0.38, 0.618 FIBA. Мы все еще можем туда упасть, ребята, не забывайте об этом. Это 25-24 тысячи долларов за биток перед продолжением роста. Поэтому дисклеймер сейчас в моменте с лонгами, конечно, поаккуратней. Но тем не менее... Я нахожусь именно в лонгах. Апдейт по позициям Грини состоит в том, что Ripple, посмотрите, Ripple пошел вообще точно по сценарию, Такое бывает редко. Ну вот, он сходил наверх, откорректировался и похоже, что сейчас как раз, собственно говоря... Пойдет дальше на шартистах, что ли? Посмотрите-ка на Ripple. Я запрыгнул снова обратно в Ripple, в аудио, в биткоин кэш немного. Закрыл Dash, поскольку вышли новости о том, что в Европе сейчас Binance делисты для европейцев. Dash, Zcash и Monero. Но ну, хотя на самом деле это уже было и с Bybit, если вы помните. Те, кто не пользовался на споте Dash, у тех его и нету. Те, кто пользовался Dash до обновлений по этим AML, KYC, у тех он есть на споте. Вот, аудио еще взял, потому что считаю очень перспективный проект. И по мне, так он валяется на дне, как и в принципе большинство альткоинов сейчас. И кстати говоря, в отличие от большинства щиткоинов, имеет реальное применение, потому что у них абсолютно рабочий продукт. Это сайт аудио, Score, для тех, кто не знает, это типа крипто SoundCloud такой. Здесь крипто Spotify. Не знаю, здесь куча музыки, офигенной, в том числе и моя. Вот, самая реклама от грини. Ссылку оставлю в описании на нашу музыку, если захотите, послушайте. Вот, и что еще? Ну, биткоин кэш это так, на отскок, хотя тоже очень дешевый, конечно же. Биткоин кэш, просто отдаляемся на те же четырехчасовик дневки и видим, что он лежит очень-очень хорошо. На уровне, от которого много раз отскакивал. Ну как, он тут на самом деле уже рисует повышающиеся лои, и это тоже мне нравится. И вот сейчас поджимается как раз к сопротивлению, которое следует уже наконец пробить и пойти туда. Вот, а что еще? Эфир, естественно, эфир, лайткоин. Лайткоин вообще красавчик, да, перед халвингом. И как говорит аналитика от Sentiment, что всплеск интереса был вызван двухлетним максимумом объемов транзакций в сети. Самой высокой активностью китов с января. Как мы можем видеть из этих данных. Так что да, у лайткоина скоро халвинг, друзья. И если честно, уж говорить с вами откровенно, давайте посмотрим на график лайткоина. Да, по биткоину разобрались, да, что в целом прогноз вот куда-то сюда. 30-40к ближайшие цели. Лайткоин. Ну, дисклеймер, не финансовый совет. Вот. А так все ссылки в описании, да. По лайткоину вот наш старый с вами график, который говорит нам о том, что мы находимся в макро-аптренде. Посмотрите сами. И очень подобная сейчас структура тому, что мы видели вот здесь. Ну, разве что, конечно, мы все еще можем поваляться здесь полгодика и потом пойти. Но когда он пойдет, как правило, как вы видите, лайткоин на 100 долларах не останавливается. Когда он пробивает уровень там 100 с чем-то баксов, он улетает сразу на 400. Будет ли такое в этот раз? Ну, я думаю, что вероятно будет. И возможно, что когда он туда дойдет, он уже в этот раз реально пробьет этот хай. Потому что если вы посмотрите лайткоин к битку, то он забит вообще в паттерн очень похоже на Dogecoin к битку перед пампом. Посмотрите, он много раз ходил до своей зоны поддержки, да, вот этой, вот этой, в итоге он ее пробил и ушел ниже. И вот когда он выходит обратно из нее наверх, друзья, дисклеймер, не финансовый совет, но я думаю, что мы увидим лайткоин к битку вот такую палку. Вот и все. Поэтому кроме своего лонга на бабит и своих, конечно же, спотовых позиций, я добавил еще, ребята, лайткоина на Фемиксе начал добавлять в своем кросс-портфеле. На Femix, кстати, нулевые комиссии за кросс-марджин портфель. Вы можете заимствовать любую криптовалюту под 0%, даже BNB какой-нибудь, чтобы его там шартануть, или какую-то дорогую крипту, где на других биржах мы смотрели, допустим, на BitGate. На BitGate тоже, кстати, добавил Litecoin. Ну, короче, можете мне поверить, сейчас долго иначе буду показывать. На Битгете заимствовать BNB стоит около 160% годовых одно плечо. На Бинансе сейчас тоже под 100% годовых набегает. А на Фемиксе 0, прикиньте. Поэтому бегом на Фемикс по ссылке в описании, кто торгует кросс-маржин портфель. Вы банально здесь можете просто занимать Тезер там или Альту, продавать ее и покупать на нее другую и таким образом торговать. Вот. Ммм. Что еще хочется отметить? Рынки в целом оживают. Золото пошло наверх, отбилось от уровня. Посмотрите, как четко. От недельный EMA Ribbon золото отскочило. Uh, SMP тоже выглядит бодро. Ну, я уж молчу там про Nvidia. Вот, да, кстати, сори, я, конечно же, сказал, это был просто кликбейт и хайп, ребята. Конечно же, биток не майнится на видеокартах уже давно. А, ну, точнее, как, подождите, вы же можете его майнить все равно или вообще не можете этот алгоритм на видеокартах? Я не знаю, я очень далек от технической части майнинга, но я знаю другое, что даже если они майнят на нем Ethereum Classic и прочую и прочие монеты. Кстати, не эфир обычно, а эфир классик. Они же потом все равно альты в биток продают. Поэтому майнится все на видеокартах, не надо мне рассказывать. Майнится альта и продается в биток. А эфириум классик, да, я думаю, что это будет последняя монета в этом выпуске. Напишите в комментариях, какие посмотрим в следующем. Эфириум классик мне не нравится, как выглядит локально. Он выглядит в медвежьем треугольнике, я это отмечал. Но я почему-то все равно жду его наверх. Наверное, вот поэтому... Блин, ну Макди у него тоже, посмотрите, как некрасиво выглядит. На самом деле рынки все могут угрохнуться, чуваки, будьте осторожны. Мы сейчас все такие настроены по быче. а может быть просто вот так вот. Но в целом эфир классик, я жду его, когда он пойдет в новом цикле, он перепишет этот хай и 180 баксов и улетит, я думаю, гораздо выше, потому что это единственная криптовалюта подлинник. Это криптовалюта, подлинник. Я помню эфир в 2016 году, каким мы его пользовали, эфириум майонет. Это вот он и есть. Он сейчас называется эфир классик. А все остальное – это пустышка и подстава, чуваки. Спасибо большое, что подписываетесь на наш канал и ставите лайки, потому что это очень помогает развитию криптоконтента. А, ну и беда, конечно же. Беда, конечно же, тоже, друзья. Да, он сейчас в диком минусе. Но посмотрите на недельные свечи на эту голову и плечи потенциально. Это смотрит, ну, куда-то туда просто. Поэтому битдау тоже я держу в локальной просадке, но держу. Верю, что будет расти. Дисклеймер, не финансовый совет. А, ну и каста на споте, кстати, докупаю. Вот это... не, вот это не я докупил. Давайте посмотрим. Это не я докупил, но это кто-то докупил. Но я вот докупаю, как я вам и говорю. Вы можете все видеть, по полтора цента вообще по рынку прям докупаю. Потому что верю в проект посмотрите, как его ушатали. Спрашивают про касту, просто вот отвечаю. Конечно же покупаю, а что, продавать что ли по таким ценам? Покупал дороже и покупаю сейчас. Когда он развернется и попрет на иксы, ребята, покупать будут другие у вас. Всем удачи в торговле, профитроли, спасибо, что смотрите. И до встречи в следующем видео, пока.